Появилась информация о клиентах Travel System в Чехии, там, как и в Турции, людей выселяют из отелей. Ассоциация туристских агентств сообщает о 400 гражданах Казахстана, пострадавших от махинаций Travel System. А накануне вчера вечером в Алматы из Анталии прилетели туристы, которых выселили из отелей. Причем администраторы гостиниц не смотрят ни на время суток, ни на наличие маленьких детей. Напомню, наши соотечественники приобрели путевки в Арабские Эмираты, в Европу, на Мальдивы через обанкротившуюся компанию. Теперь директор турагентства в бегах, сам оператор объявлен банкротом, сотрудники уволены. Сумма ущерба, по разным данным, составила от 5 до 13 миллионов долларов. Выселяют всех с отелей. Всех, без разницы. Дети только приехали. Перелет был сюда, обратно перелета тоже. Ну, только Air Astana организовывает, сам бы отказался. У меня вот последняя ночь была, мне отказали. Меня выселяли с отеля. А встречающая сторона Туи мне помогала. А вот которые вы Travel System? Да? Только билеты я спросила, и все, мне никто никак не помогал. А кто как будет помогать, никого нету. В офисах тоже. Air Astana будет осуществлять бесплатные перевозки пассажиров до 19 июня. Одна компания, авиакомпания SCAT, готова вывести сегодня всех пострадавших соотечественников, правда, лишь в два ближайших рейса. Поэтому количество мест на борту ограничено. Travel System оставил без оплаты номеров приблизительно 700 казахстанцев в Турции. Тем, кто не хочет прерывать отдых, приходится самостоятельно по второму разу платить за проживание в отеле.